Ребята, всем привет! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня будем печь французский классический хлеб в хлебопечке. Хлеб очень простой и вкусный. Итак, нам понадобится мука, дрожжи для хлебопечки, соль, сахар и теплая вода. Давайте приступим. В ведерко для хлебопечки наливаем теплую воду. А затем добавим все сухие ингредиенты. Муку. Мука у меня общего назначения. Можно взять хлебную муку. Добавим соль. Сахар. И самое последнее, добавим дрожжи для хлебопечки. У моей хлебопечки две функции французского хлеба. Я буду выбирать функцию под номером 5, это обычный французский хлеб. Функция под номером 6, это быстрый французский хлеб. Возможно, у вашей хлебопечки это функция под другим номером. Итак, выбираем номер 5, это для моей хлебопечки. Далее выбираем размер хлеба, у меня средний. И корочку я буду выпекать со средней корочкой и нажимаем пуск. Время приготовления этого хлеба зависит от многих факторов. Во-первых, зависит от вашей хлебопечки, зависит от того, какой размер хлеба, какая корочка. У меня это заняло примерно 3 часа 45 минут. Итак, наш хлеб готов. Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на ABC Cooking. Всем пока-пока!